зовсім нічого не бачити, випробування для людей, які з тих чи інших причин залишилися незрячими. Тож сьогодні будемо говорити про проблеми, які стосуються людей з зором. І до нашої студії ми запросили Ігоря Аліфанова, асистента кафедри офтальмології Дніпровського медичного університету, лікаря-офтальмолога Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Отож, пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, скільки ж незрячих людей є у нашому місті, можливо, знаєте, скільки у області. І ми так наближаємось до Міжнародного дню сліпих, і тому хочеться одразу нагадати про те, що сліпота насправді може бути так, але її можна не допустити. І ми сьогодні поговоримо і про проблеми сліпих, і про проблеми людей, які наближаються до цього стану, аби не було пізно. Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо огромное за приглашение на это интервью. Мы сегодня с вами поговорим о международном слепоте и проблемах слепых людей. Ну, два, наверное, слова об истории этого дня. 13 ноября – это день рождения Валентина Гаюи. Это французский педагог, который основал в день рождения 13 ноября 1945 года. Он основал первую в мире, в Париже, учебное заведение для слепых детей. До этого проблемы слепых не занимались вообще в мире нигде. Это были люди, которые нищенствовали. Он взял себе слепого мальчика с церковной паперти и начал его обучение. После этого, через год он представил этого мальчика в Академии наук французскую, после чего ему дали добро на основание школы. Он вложил в эту школу свои собственные средства, то есть не было абсолютно никакой государственной поддержки, ни из частных фондов. И добился большого успеха. Его успехи заметил французский король. И российский император заинтересовался этой школой. И в 1806 году Гауи организовал высшее учебное заведение уже в Российской империи. И день рождения этого, что послужило начало, в общем-то, тифлопедагогики. Он основал и издал труд об обучении слепых детей. Он придумал первый в мире шрифт для слепых. Дети обучались письму, грамматике, музыке, простым ремеслам. В общем-то, это была уже полноценная, можно сказать, высшая школа тех времен. И день его рождения, 13 ноября, считается Международным днем слепых. Что касается глобальных причин слепоты в мире, ну о слепоте мы говорим, есть определенные критерии международной системы функционирования, это острота зрения меньше 0,05. Либо концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации. Это считается международным критерием слепоты. Согласно этому критерию, в мире около 40 миллионов людей на сегодняшний день, около 240 миллионов слабовидящих. Это дуже багато, да. Такие великие цифры. Это люди... А чему так стається? Від мы сейчас говорим про весь мир, не только про... Я розумію, да. Так, ну, але все одно для світу в Україні, от як Дніпрі. Что касается Украины, ежегодно, по данным нашей медико-социальной экспертной областной комиссии, признается инвалидом около 500 человек. Это Днепр и Днепропетровская область. Из них примерно 10-20% это действительно люди, инвалиды первой группы, то есть полностью слепые люди. Примерно в два раза больше повторно инвалидными признаются. И есть еще люди, которым определена инвалидность бессрочная, то есть, к сожалению, точной статистики нет. Но примерно на такие цифры можно с вами ориентироваться. А скажите, пожалуйста, пане Игорь, от с появою гаджетов, скажем, 10 лет, так, возьмемо за відлік, ось стільки цифр, так? І будемо рахувати статистику, дивитися, чи стало більше людей з проблемами. Самое интересное, что за последние 10 лет уровень первичной инвалидности по зрению у нас практически не меняется. Даже бы сказал наоборот, за последние 5 лет в Днепропетровской области уровень первичной инвалидности снижается по сравнению со средним уровнем в Украине в целом. То есть наша офтальмология... это, можливо, да. Через те, що можна зробити операцію, так, вирікувати. Я считаю, что это успехи нашей Днепропетровской офтальмологии, нашей школы. Так, ну бачите, як добре. Тобто, є шанси для того, щоб вилікувати людину, яка потрапила в неприємності. Конечно. Але треба ж не допустити. Це найголовніше. Звісно. По причинам, якщо брати Україну, то такие глобальные причины, как слепоты, как катаракта, либо нарушение рефракции, для нас уже не актуальны. Инвалид вследствие катаракты в настоящее время – это нонсенс. Слава богу, современная хирургия позволяет практически в 99% случаев избежать инвалидности у пациентов с данной патологией. Даже такие тяжелые заболевания, как помутнение роговицы после травм, воспалений, дистрофических изменений, благодаря успехам в кератопластике областной офтальмологической больницы, первичная инвалидность таких пациентов стала значительно снижаться.
понижаться. А які причини сліпоти взагалі? Ну, тобто, якщо ми так скажемо, на які проблеми треба звертати увагу? Это хронические прогрессирующие заболевания зрения. В Украине первые места делят травмы органа зрения. Опять-таки, это промышленные травмы, это военные травмы. Далее, это такое нехорошее прогрессирующее, опасное прогрессирующее заболевание, как глаукома. Оно вносит, занимает одну из лидирующих причин инвалидности в мире и в Украине. И это дистрофические заболевания глазного дна. Например, сахарные осложнения, осложнения сахарного диабета, диабетическая ретинопатия. И возрастная макулярная дегенерация связана с возрастным склерозом мелких сосудов, питающих внутренние оболочки глаза. Угу. И, как показывает практика, в большинстве случаев эти заболевания являются осложнением системных заболеваний. Гипертоническая болезнь, сахарного диабета, атеросклерозов и так далі. Тобто, к сожалению, не все зависить від нас врачів, многое зависить від контролю факторів риска. Ну так, а якщо так зараз подумати, скільки людей з поганим зором є у нашому місті, ми можемо говорити про те, що не зовсім місто адаптоване, тому що є лише переходи і, мабуть, більше нічого. Ну, чи транспорт облаштований? Ні. Ну, я би сказав, що ні, транспорт практично немає. Да, є якісь переходи в місті, є определені місця, скажімо, около підприємства ТОЗ, де працюють люди, вони оборудовані. Є тактильні дорожки в деяких місцях, але, опять-таки, к сожалению, тут поле діяльності дуже велике, ми маємо допомагати тим людям адаптуватися. А як зрозуміти, що перед вами людина сліпа? Ну, це ж може бути в неї палиця і може бути окуляри темні, так? Да, обычно это темные очки, это палочка, мы видим, что человек может идти натыкаться на других людей, что он не совсем уверен, он медленно передвигается. Ну, конечно, если мы видим такого человека, желательно оказать ему помощь. Так, пропустити, звичайно, що треба почекати, нехай. Але такі люди повинні бути з підтримкою обов'язково, щоб хтось був у супроводі, чи працюють соціальні служби, чи вам відомо щось, як взагалі адаптуються люди у суспільному житті. Соціальні служби дійсно працюють. Опять-таки, к нам регулярно приезжают пациенты из УТОСа, из дома инвалидов, из домов престарелых, их привозят социальные работники, мы их обследуем, там, проводим необходимые операции, лечение. Да, социальные работники им помогают там, закупаться едой, какие-то решать их другие вопросы. Ну, конечно же, этого мало. Цього недостатньо, так? А взагалі, от людина може адаптуватися. Адаптуються краще ті, хто з народження незрячі, чи люди, які втратили з часом зір? Это зависит от того, наверное, какая была профессия. Да, у нас в городе есть специальное учебное заведение для деток с низким зрением. И эти детки проходят фактически полный курс школьной программы, и они в значительной мере адаптированы. Если теряет зрение взрослый человек, если его работа она не требует высокой остроты зрения, то этот человек может сохранять социальную активность и не иметь какой-то социальной недостаточности. Скажем так, у меня были пациенты. Например, директор фермерского хозяйства. Например, это артисты нашего оперного театра, это солисты, это адвокаты. То есть люди гуманитарных профессий, действительно, они зачастую продолжают вести тот же образ жизни, который они вели и до потери зрения. Опять-таки, очень много настроя зависит от внутреннего настроя самого пациента, его родственников. Это наиболее важное. Если человек хочет вести активную социальную деятельность, он будет ее вести, конечно. Ви знаєте, дуже так дивуєшся, коли людина з вадами і робить такі великі успіхи. І частіше, от коли ми це бачимо, людину, мабуть, іще підштовхує якраз те, що в суспільстві недостатньо. Недостатньо таких місць, куди можна було піти. Так? Недостатньо переходів, недостатньо взагалі ні доріг, нічого. Тобто людина йде і не може адаптуватися. Але ж це ще більше підштовхує. Ну, це, мабуть, більше стосується сильних духом людей, можливо, з віком ще таким середнім, наприклад, так, чи молодих людей, які готові йти вперед, незважаючи ні на що. Чи є такі у вас приклади? Чи можете ви про це трошки розповісти? Є. Наприклад, у мене є пацієнт, регулярно у нас лічить, навіть кілька таких пацієнтів є православні священники, які до нас звертаються. І я бачу, що ці люди, вони практично ніяк не залежать від своїх зрительних проблем. То есть, наоборот, от них исходит исключительно позитив и желание помогать окружающим. Вот. Да, вот у меня, как я уже говорил, директор фермерского хозяйства, причем у него такая еще фамилия была Железной. Вот, да, он регулярно приезжал к нам лечиться из другой области с двумя дочками. У него тяжелая пигментная дегенерация сетчатки, это наследственно обусловленное невылечиваемое заболевание, которое ведет к постепенной слепоте. Даже когда он ушел на пенсию, потом его коллеги и его родственники
обращались к нему за помощью, он вел абсолютно социально активный образ жизни и не испытывал никакой недостаточности, связанной с этим. Поэтому да, родственники, государство и мы, врачи, то есть три таких кита, на которых держится социальная реабілітація этих людей. А хто взагалі от повинен соціально адаптувати? Коли до вас приходить пацієнт, ви, мабуть, також можете хоча б частково, але окрім медичної допомоги, звичайно, mm-hmm. що медична – це найголовніше, окрім неї ще і надати соціально, хоча б навести приклади, от, про які тільки що ви говорили, це конечно, теж допоможе? Звісно, ми орієнтуємо пацієнта, ісходя з його образування, ісходя з того, що він займався раніше, чим він, ми можемо спланувати його соціальну реабілітацію. В нашій медицинской системі є таке учреждение, як медико-соціальна експертна комісія. Це учреждение, яке займається определенням А – групи інвалідності, Б – составлением социальной и индивидуальной программы реабилитации пациентов. То есть мы определяем круг профессий, если необходимо, решаем вопросы с профессиональным переобучением такого пациента и дальнейшей его социальной адаптацией совместно со службами соцсобеза. А какие профилактичные заходы потребно каждой людине? Так, аби не втратити зір. І ще хотіла запитати, от гаджети. Зараз же все це, особливо дітей, ну, офтальмологи кажуть, що біда просто. Постійно перегляд, постійно швидкі букви, текст міняється, і яскравість екрану, все це впливає на погіршення зору. К сожалению, можна сказати, що да. Тобто у нас значительно зростає кількість близоруких дітей. И действительно связано с тем, что идет популяционная адаптация к зрению на близкое расстояние. Человек по своей биологической природе – это ну, хищник-охотник. То есть глаз наш устроен так, что мы видим вдаль хорошо. А болезнь цивилизации – это приспособление органа зрения к зрению на близком расстоянии. Таким образом появляется близорукость. Да, сначала это спазм аккомодации и, истинное, в конце концов, развитие истинной близорукости. А вот спазм, так, что? Его же можно еще как-то… Да. Вот, пока поэтому… еще… Я считаю, что необходимы обязательно профилактические медицинские осмотры детишек в школе. Потому что если мы вовремя это выявляем, то спазм аккомодации можно пролечить и не допустить развития близорукости. Тем более, что существуют специальные методики. Это и ношение специальных контактных линз, это упражнения, это закапывание низких доз медриатика на протяжении длительного времени. То есть действительно есть реальные способы. Это рациональный режим зрительных нагрузок, это специальное зрительное упражнение. То есть да, если мы вовремя это обнаруживаем проблему, то естественно можно пролечить и избежать. Розвиття близорукості, або якихось інших глазних патологій. Пане Ігоре, а тепер рекомендації для усіх людей, тому що хочеться, щоб ми були зрячими, щоб ми бачили далеко і близько, і добре на будь-якій відстані. Отож, чи є у вашому арсеналі набір таких правил, які повинні ми виконувати кожного дня обов'язково, і ні в якому разі не залишатись довго біля там, гаджетів, я не знаю, можливо, в приміщенні, біля комп'ютерів і так далі. Да, действительно, можно сказать, что есть определенный универсальный набор правил. Это рациональный режим зрительных нагрузок. То есть час поработали, хотя бы 5 минут желательно отдохнуть, перевести зрение куда-то вдаль. Это здоровое питание, это достаточно здоровый сон, да, болезнь цивилизации, работа с гаджетами и недосып. Это достаточный летний отдых, это какая-то физическая активность обязательно. Для людей с системными заболеваниями, сахарным диабетом, гипертоническая болезнь, ревматические болезни. Обязательный контроль их общего состояния. И после 40 лет каждому гражданину Украины желательно хотя бы раз в год проходить проверку зрения офтальмолога, проверять глазное давление, проводить хотя бы какой-то простейший осмотр. От этого и зависит наше состояние здоровья. Чем раньше мы найдем проблему, чем быстрее мы сможем ее решить и избежать серйозних осложнень і сліпоти. Так, звичайно, пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, ось коронавірус, там штами Дельта і так далі, ось саме ці проблеми. Як вони впливають на зір і чи є вже показники, які, можливо, змінили хід, регулярний хід протікання тієї хвороби, яка вже була у вас, наприклад? Коронавірус сам по себе не вызывает каких-то угрожающих поражений органа зрения. Однако есть определенные поражения. Да, коронавирусная инфекция может вызывать острый конъюнктивит. Коронавирусная инфекция в ряде случаев приводит к общим осложнениям, так к поражению нервной системы. Это уже может опосредованно влиять на зрение. Угу. Вот. Но прямого влияния непосредственно коронавируса на глаз, который бы мог привести к слепоте, слава богу, нет. Так, ну, тобто, хоча б трошки, ну, якийсь час нам треба звернути увагу, так, якщо ми бачимо, що є загнивання, то треба одразу звернутись і ще й по допомогу. Якщо ми бачимо красноту глаз, пожалуйста, не сидіть вдома, обращайтесь за допомогою. Так, звичайно. Ну, що ж, пане Ігоре, ну, наостанок усім хочеться побажати міцного здоров'я, так, а, звичайно, регулярно дивитись, що у вас з очима. Огромное спасибо. Пожалуйста, видите, уважаемые зрители, ведите здоровый образ жизни, регулярно осматривайтесь офтальмолога и всем вам хорошего зрения.
Так, дуже вам дякую. Вам також бажаємо міцного здоров'я, терпіння, звичайно, щоб ті пацієнти, які до вас приходили, щоб вони йшли задоволеними і радими, що ви їм допомогли, тому що справді зараз велика роль лікарів і особливо тих лікарів, які уважно дивляться на кожного пацієнта. Так, це не загальні штампи, так, а це така обособлена, це така індивідуальна практика, якою лікарі зараз займаються, і дуже хочеться, щоб ми таким чином йшли вперед, і в нас буде менше хвороб, менше захворюваностей, і, звичайно ж, ми всі будемо здоровішими, будемо краще бачити. Отож, треба, щоб і наш понеділок сьогоднішній був теж добрим, ми з нього починаємо наш тиждень, отож, бажаємо вам міцного здоров'я, і зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення. Дякую.